Здравствуйте. 13 апреля, 17 лунный день, созди проксовать с элементом железа. День священнослужителей, благоприятный для обучения высшим знаниям, давать наставления, медитации, размышления, печатание книг в дальнюю дорогу, обращаться к Буддам, Бодхисаттвам, духовно-просветительской деятельности, освящение открытия священных объектов, обучение высшим и точным знаниям, науке, устранение негативных проявлений, работы с деревом, продажи, закупе. Ребенок родится в этот день, будет наделен стремлением к высоким целям, мудрым, нравственным, будет иметь желание помочь всем живым существам. День неблагоприятен для сватовства, ставить ребенка на ноги, передвигать войска. Благоприятен для людей, родившихся год собаки, тигра, неблагоприятен годам зайца, курицы, мышей. На верхнем березке от Дункурдуани, помог Мгорский Сунны, Диважн Дуани, Очувани Сунды. Верьте в себя.